I know that you're drunk. Yeah. Tell me what you want after this show. Всем привет, и когда я хожу в школу, я очень сильно устаю, и я не знаю, почему это происходит, но когда я прихожу домой, мне ничего не хочется делать, поэтому я решила взять себе два выходных. Так, я иду на брови, в новое место, я немножко опаздываю, ну да ладно. Господи, я скажу, что после них не испугалась. Короче, я сделала брови, я пришла вовремя, прям ровно в 12. Продуктив, конечно. Вот, ну короче, все, мне нравится. Как вам? Мне нравится все. Вот сейчас я иду домой, все-таки, наконец-таки. И куплю себе мороженое, наверное. Короче, иду в магазин, куплю себе что-нибудь и иду домой. Потому что на своем очень много планов. Да, еще надо выложить историю в Инстаграме, потому что все ничего не выставлялось сегодня. Кайф. Итак, я уже пришла домой. И я учу стих. Он большой. Сейчас я вам покажу, какого он вообще размера. Письмо Татьяны Конегиной. Вот это и вот это все, понимаете? Как вам такое? Просто фигня. Как я должна это выучить? Понимаете, мне это надо выучить до вторника, максимум до среды. Типа, вот это как? Я сейчас выучу более-менее вот это. И как бы... Фон. Короче, стих я более-менее выучила. В принципе, он, кстати, не особо такой сложный, но что-то мне казалось, что он сложный. Вот, но я еще так-то быстро выучила. Вот, но я еще его вечером повторю. Вот, сейчас у меня в планах убраться вот здесь, потому что... Мне это не нравится. Вот, особенно вот тут, потому что мне просто полный завал. Вот. Такие дела. Что они делают пасту? Это новая паста, я надо убрать, потому что нужно это даже делать. Вот, давайте небольшой боксинг на пасту. В принципе, обычная паста. Инструкция и паста, как бы это странно не звучит. Ну, не инструкция, но, короче, информация и паста. В принципе, все. Это все, что я хочу сказать. Итак, я снова себе сделала супер классный кофе. Смотрите. Вот, и буду его сейчас пить. И, возможно, на телефоне, но, скорее всего, я смотрю, потому что файлы у меня не прикидываются. Очень весело. Что использовать? Я успела выйти в сторис, выложить, наверное, сторис 3-4-5. Вот. И выложить пост в Инстаграм. Подписывайтесь, кстати, мой Инстаграм. Потому что там будет скоро очень интересно. Точнее, уже скоро, в понедельник. Ой, не 31. Во вторник, кстати. 1 февраля. Во вторник будет что-то интересное. Кое-что. 1 февраля будет кое-что интересное в Инстаграме. Все. Просто будет 1 февраля. Вот все. Китайский Новый год будет. Написано, что футболка 61 сантиметр. Хотя она, смотри, насколько она почти одинаковая, поэтому то футболка будет. Дико выбирает себе длину футболки, которая лежит на шее, но он думает, что она будет слишком большой. Потому она такая, так, если это 66 сантиметров, то это у меня будет 67, то мне на 1 сантиметр больше, то, в принципе, она слишком большая, а то какая-то... Смотри, написано, что толстовка 66, да? А эта футболка написано, что 61, а она вообще не видна. Вот здесь вот 2 сантиметра максимум, но никак не 5. Поэтому футболка будет нормальная, а еще я сейчас угарю. Так, я сейчас буду решать
вариант по математике, ОГЭ. Открыла видео, чтобы смотреть, что как решать, потому что, ну, сама я как бы не все могу понять, поэтому будем смотреть вот так вот. Вот, итак, сегодня мне надо решить, по-моему, 22 вариант, поэтому будем его решать. Сейчас еще главное его найти. Смотрите просто, как у меня все исписано. Просто жесть. Правда, мы тут что-то не все решали. Вот. Ну да, какие? 16. Они же едут у нас с Камышовки, поэтому вот этих тут 11 у нас не будет. Drunk in your bed, driving home under the influence. Вы просто посмотрите на эту погоду. Это что, весна? Я просто в шоке. Итак, всем приветики. Вот сегодня на воскресенье. Что в сторис, но так, немножко, потому что сегодня выходные, и что-то мне как-то ничего не хочется делать. Вот, сейчас я пойду на ногти, потому что этим уже месяц. Вот уже просто отросли жесть. Мне вообще неудобно. Сколько? Месяца? 5 дней. Вот, короче, сейчас пойду на ногти. И вот такие дела. Я, блин, думала, что я за вчера смонтирую это видео. Но что-то нет. Вот, у меня вообще 2 видео надо было смонтировать, но... Ну, есть только я смонтирую. И все. Это очень сильно. Итак, я иду на ногти. Я надеюсь, что вы меня слышите, потому что я иду прям возле дороги. Вот. Мои ногти, да, белые. Я буду делать... Потом скажу, какие, потому что это секрет. Но это будет то, что я не делала никогда. Это прям вот прям... Франда. Вот, такие дела. Чего, кстати, еще стиха я, в принципе, выучила, но я думаю, что я его не выучила. Типа... До вторника у меня еще целый понедельник есть. Завтра, короче. Да. Ну, я думаю, что сегодня я его выучу. Поэтому я пошла на ногти слушать подкаст. У-ху. Вот, даже не знаю, какую, не знаю, на какую тему, но расскажу вам, если какие-то будут эмоции, мнения, что-то такое, то я вам обязательно расскажу. Итак, я очень надеюсь, что вы меня слышите, видите, потому что темно на улице, я иду домой, я сходила уже наконец-таки из ногтей. Вот, я купила себе батон и купила себе шоколадку. Ё-ма. Вот, потом я все покажу. Вот такие дела. Просто смотрите на эту эстетику, просто сейчас происходит. Вот, короче, шоколадка. И вот вы просто посмотрите, ёлка стоит, нормально? Короче, вот так вот миленько живем. Главное не упасть, это прям цель. Вот такие милашки. Сделал, кстати, вот видите, вот черные ногти. Трэш. На самом деле я никогда не делала черные ногти, но что-то сейчас я сделала. Что здесь прошла? Да, короче, у нас дома поставили замок подъезд. Мои ногти. Мои ногти. Это все. Я устала жестко. Пипец, устала. Поэтому сейчас я не буду ничего пить. Вот. И сементы помыть голову. Бог у нас последнюю неделю снимает концовку этого видео. Карлыч, спасибо, что посмотрели этот влог. Я очень надеюсь, что вам понравился хотя бы чуть-чуть, потому что это просто обычный повседневный влог, который я не собиралась вообще выкладывать, но люди нам оставляем, проголосовали, что... Они хотели это видеть. Вот поэтому я сижу на карантине последний день. Вот. Мои ногти до сих пор еще живы, целы, здоровы. Живу на карантине, зато, правда, выхожу в школу, что-нибудь хочу, но завтра у меня еще экзамен. Вот, пожелайте мне успехов. Пожалуйста, подпишитесь на мой канал, поставьте этому видео лайк, потому что мне это очень, правда, важно. И мы дойдем до 250 человек. Пожалуйста, пока!